Приветствую всех на своем канале. Сегодня приглашаю вас вместе со мной прогуляться по магазину Унидом, посмотреть новинки. Адрес магазина: город Ростов-на-Дону, улица Лелюшенко, 4. Всем приятного просмотра. Очень красивый чайный сервиз за 4980 рублей. Вот этот комплект посуды мне тоже очень понравился. Такой нежный, красивый. Еще есть кувшин с кружечками за 2400 рублей. И вот этот сервиз стоит 15653 рубля. Чайный сервиз за 7306 рублей. Также в Унидоме продаются вот такие красивые садовые фигуры. Две белочки за 952 рубля. Одна белочка стоит 770 рублей. Фигура гном за 1170, еще есть гном за 1091 рубль. Гусь за 1290 и улитка за 1170 рублей. Все фигуры такие красивые. Есть еще грибы за 650 рублей. Очень красивая фигура лебедь за 830 рублей, еще есть черепаха за 2150 рублей. Еще есть улитки, уточки и много лягушек. В Унидоме продаются вот такие контейнеры. Называется шкатулка Виола, 6 литров с крышкой, стоит 257 рублей. Еще есть точно такая же шкатулка органайзер, только поменьше, размером 3 литра, стоит 174 рубля. Контейнер для стирального порошка и мелочей, 3 литра объем. В белом цвете стоит 274 рубля. Еще есть вот такие маленькие органайзеры, корзинки, объемом 3 литра, стоят 181 рубль в синем и в молочном цвете. Лоток 2,5 литра за 217 рублей. Лоток объемом 900 миллилитров стоит 155 рублей. Еще есть вот такой вот органайзер, коробка 1,5 литра вязаная, 191 рубль. Корзина 7,5 литров в синем цвете с крышкой 323 рубля. В молочном цвете 7,5 литров тоже с крышкой. Слоновая кость цвет 323 рубля. Еще есть вот такие корзинки. Вот это объемом 7,5 323 рубля. Поменьше 3 литра 180 рублей. Еще есть корзинки побольше объемом 14 литров. Вот такая вязаная в бежевом цвете, 455 рублей. Корзина в молочном цвете, 14 литров, 455. И в синем цвете 455 рублей, стоит тоже 14 литров. Вот эти классные контейнеры, коробки. Маленькая, 650 миллилитров, 85 рублей, прямоугольная. Коробка объемом 1,7 литров. Называется Infinity, 168 рублей. И коробка 6,2 литра, 1322 рубля. Вот такая корзинка за 307 рублей. Объем 18 литров. Корзина в молочном цвете, 363 рубля. Объем не видно. В Унидоме продаются табуреты, стулья. Вот так они выглядят. Вот их цены. Стул складной. Короб для хранения. Размер 40 на 30 на 25 сантиметров. В бежевом цвете стоит 811 рублей. Еще есть вот такой короб, кубик для хранения. Называется «Листья». Стоит 613 рублей. Размеры 30 на 30 на 30 сантиметров квадратный. Еще есть вот такой короб складной на молнии листья. 828 рублей. Размер 30 на 30 на 30 сантиметров. Еще есть вот такой короб с крышкой. Сейчас размер скажу. 30 на 28 размер и на 15 сантиметров. Вот 100-710 рублей. Короб для хранения 28 на 28 и на 18 сантиметров стоит 481 рубль. Еще есть вот такой длинный органайзер за 450 рублей, размер 35 на 27 и на 90 сантиметров. Вот такой кофр, вот его размеры, цена. Еще есть другой чехол для одежды, вот такой, 240 рублей, размер 60 на 140 сантиметров. Здесь разные коробки для хранения вещей, вот так они выглядят. Есть размеры поменьше, побольше. Буду вам поближе показывать, чтобы вам было хорошо видно. Теперь хочу показать вам аксессуары для ванной комнаты. Вот такие стаканчики, дозаторы для мыла, мыльницы. Вот эти аксессуары для ванной очень красивые, в белом цвете. Смотрятся очень стильно. Показываю все цены поближе, чтобы было хорошо видно.
фиксаторы для двери за 138 рублей, 2 штуки в наборе, набор заглушек 169 рублей, набор блокировки дверей за 215 рублей, пресс для зубной пасты за 116 рублей и вот такие крючки. Есть крючки в комплекте по одной, по 2 штуки, цены разные. Есть еще накладки протектора для мебели за 146 рублей и набор отбойников для двери за 149 рублей. Есть также крючки, сделанные из силикона, антивибрационные подставки для стиральной машины за 335 рублей. Есть также разные щетки для уборки и не только. Быстренько пробегусь, покажу вам. Разные ёршики, щетки для уборки. Губка силиконовая для уборки за 106 рублей. Виниловые хозяйственные перчатки за 69 рублей. Перчатки виниловые 10 штук за 110 рублей. Еще есть хозяйственные латексные перчатки за 92 рубля. Разные тряпочки. Обычные резиновые перчатки размер ML за 202 рубля. Есть маленькие ёршики для мытья бутылок 2 штуки за 135 рублей. 3 ёршика за 269 рублей. И вот такие перчатки за 94 рубля. В отделе с техникой есть турки электрические объемом пол-литра. Вот это за 3113 рублей. Есть также подешевле турки. Все они объемом пол-литра. Есть также кофемолки. Маленький электрический чайник объемом 500 мл стоит 1669 рублей. Также в отделе с техникой есть вафельницы-орешницы. Вот покажу вам поближе их. Здесь все видно хорошо, цены и фирму. Есть еще мультипекари 3 в одном. Планетарный миксер Sakura за 6727 рублей. Вот такой чоппер за 1891 рубль. И соковыжималка за 1342 рубля. Отпариватель для одежды за 2440 рублей. Печь за 2775 рублей. Еще и самые обычные электрические печи. Коврик для выпечки в духовке в наборе одна штука стоит 286 рублей. Бумага для выпечки с антипригарным покрытием 15 листов стоит 242 рубля. Пергамент для выпечки длина 5 метров стоит 224 рубля. Сейчас покажу вам товары для кондитеров. Есть вот такая лопаточка, мешок кондитерский, кисточка, термометр для запекания мяса, шприц кондитерский. Зажимы для пакетов, пакеты многоразовые за 108 рублей, кондитерские мешки, палочка для разравнивания теста, набор для декорирования выпечки с насадками, разные лопаточки, набор кулинарных конусов для рожков, большой выбор лопаток для приготовления еды. Есть даже лопатки с формочками. Есть кисточки в наборе также. И есть кисточки, которые продаются отдельно. Форма для пончиков прямоугольная. Размер 26,4 на 18,2 и на 3,6 см. То есть 124 рубля стоит. Форма для выпечки размер 25 и на 5,5 см глубокая. Два цвета на выбор. Форма прямоугольная, размер 26 на 12 и на 6,5 сантиметров за 519 рублей. Вот такая еще есть форма силиконовая, 29 на 25 и на 4,5 сантиметров. Форма для выпечки силиконовая прямоугольная с ручкой, 219 рублей. Форма для выпечки силиконовая круглая, размер 27,5 на 6,2 сантиметра, 490 рублей. Вот такая форма, диаметр не указан. Коврик для запекания, размер 20,5 на 28 сантиметров, 359 рублей. Коврик антипригарный за 242 рубля, 33 на 40 сантиметров. Коврик для выпечки, размер 33 на 40 сантиметров, за 162 рубля. Еще есть вот такие формы для выпечки, силиконовые. Это круглая, 303 рубля, 24 на 7 сантиметров.
квадратная силиконовая форма 21,6 сантиметров, тоже силиконовая. Она стоит 455. Еще есть форма с мишками силиконовая, 341 рубль. Разные цвета на выбор. Форма кондитерская, 21,16 сантиметров, и прихватка силиконовая. Набор кондитерский, 13 предметов, стоит 1453 рубля. Еще и слайдер для торта за 506 рублей, 26 сантиметров, высота 5 сантиметров. Нить кулинарная, 100 метров, 151 рубль. Форма для кексиков за 140 и за 134 рубля. И еще и силиконовая форма, тоже для кексиков. Мне так нравится вот этот набор посуды. Здесь вот такие глубокие миски, салатники, кастрюлька. И еще есть вот такие салатники. Побольше, поменьше. Горшок для запекания большой, 534 рубля. Овальная форма для запекания. Вот это размер 21 на 13 сантиметров за 250 рублей. Это по карте. Цена без карты 540. Форма овальная, размер 29 на 17 сантиметров за 934 рубля, по карте за 469. И вот такая форма для выпечки, размер 38 на 22 сантиметра, стоит 1173 рубля. Форма для запекания люминар, круглая, диаметр 28 сантиметров, стоит 1039 рублей. Форма для пиццы, 32 на 20 сантиметров за 931 рубль. Форма для запекания, объем 1 литр 600 миллилитров. Размера прямоугольная стеклянная форма, размер 35 на 19,5 на 6 сантиметров за 799 рублей. И еще есть форма для запекания, размер 38,5 на 22 и на 6 сантиметров, 199 рублей. Форма для выпечки, диаметр 27 сантиметров, 532 рубля стоит. Еще есть овальное блюдо, размер 30 на 21 сантиметр за 630 рублей. Форма для выпечки, объем 1 литр 750 миллилитров. А диаметр 26 сантиметров, стоит 525 рублей. И квадратная форма для выпечки для СВЧ-печь подходит, 563 рубля стоит. Маленькие формочки. Форма для выпечки кекса стеклянная, 220 миллилитров, 588 рублей. И прямоугольная форма для СВЧ-печь подходит. Объем 1 литр, 120 миллилитров, стоит 418 рублей. Посуда для СВЧ-печи, такие вот контейнеры с крышками разных объемов. Совсем скоро уже масленица, покажу вам блинницы. Диаметр 24 сантиметра. Показываю близко, чтобы вам было видно хорошо цену. Диаметр 22 сантиметра сковороды. Диаметр 18 сантиметров. А это диаметр 22 сантиметра. 436 рублей стоит посередине. Справа сковородка 22 сантиметра за 385, и вот это за 625, тоже 22 сантиметра. Такие красивые доски разделочные. Покажу вам поближе цены и размеры. Такие стильные досточки с ручками металлическими. Доски для пиццы. Еще есть деревянные доски с ручками.
Ребята, посмотрите, какая красота, набор емкостей. Сюда можно положить разные орешки, сладости и многое другое. Чайник заварочный объемом 750 мл. Вот цена обычная по карте. Еще есть чайник заварочный объемом 1,5 литра стеклянный. Френч пресс объемом 350 мл. Вот его цена по карте и без нее. Еще есть френч пресс объемом 600 мл. Вот так он выглядит. Теперь пробегусь, покажу вам заварочные чайники. Есть стеклянные. Есть разные ножницы для продуктов. Покажу вам их поближе. Ножи для нарезания пиццы. И разные приспособления для приготовления пищи. Тесторезка формовая за 361 рубль, держатель для лука за 182 рубля, яйцерезки и овощерезки, еще есть яблокорезка за 242 рубля и лапшерезка за 330 рублей. Вот такие здесь есть штопоры. Такой сервиз. Вот цена по карте 6000 и без карты 9917 рублей. Еще есть такая фигурка, статуэтка балерина. Салатник овальный 485 рублей. Блюдо с ручками. Размер 23,5 на 24,5 сантиметра за 484 рубля. Еще есть вот такой салатник овальный за 485 рублей. И там еще вот посуда. И еще есть вот такой набор в оранжевом цвете. Вот тарелочка, солонка, разные тарелочки, мисочки. Интересная коллекция. И еще есть вот такой вариант посуды. Тоже красиво выглядит. Наверное, один из самых красивых. Ребята, посмотрите, какая красивая посуда. Блюдо вот такое. Тарелочки. И вот такая чайная пара. Ух ты, ребята, смотрите. Коллекция «Ежик в тумане». Тарелка с мини-пухом. Вот это очень красивая посуда. Вот, набор тарелок, две штуки, 1159 рублей, диаметр 2,5 сантиметра, салатники вот есть, кружечки. Набор обеденный, 16 предметов на 4 персоны, стоит 9273 рубля. Тут вот такие тарелки, салатники, кружечки, очень красивый набор. Еще есть вот такой обеденный сервис, 28 предметов. 18 104 рубля стоит. Тарелки, салатники. Очень красивый набор. И чайный сервиз. 14 предметов. 3447 рублей стоит. Там вон чайнички. И вот такой еще есть набор. За 7306 рублей, 16 предметов, на 20 пионы. И еще есть вот такой чайный сервиз. 12 предметов, 3427 рублей стоит. Еще есть вот такой набор. Здесь солонка, блюда. Вот такие блюда овальные. Сахарница, чайник заварочный. Салатник и тарелки. И вот такой чайный сервиз авокадо. Стоит 3715 рублей. Здесь 15 предметов.
Салфетница за 236 рублей. Красивый набор. Чайный сервиз за 3447 рублей, 14 предметов. Банка с крышкой за 1001 рубль, 600 миллилитров. И чайный набор, 12 предметов, с виноградом и инжиром, 104 602 рубля. Красивый набор. Еще есть вот такая красивая коллекция посуды. Банка для сыпучих, заварочный чайник, блюдо с крышкой. И также есть другие варианты. Тоже баночки, подставка под ложку. Вот этот вариант мне больше всего понравился. Очень красивый и стильный. Еще есть вот такая коллекция с лимонами. Очень красивая посуда, вот такой набор шикарный. 15653 рубля, 125 предметов. Разные тарелки, салфетница, солонка, блюда разные. Еще вот такая посуда, тоже очень красивая, нежная. Обалденная. Чайный набор за 4154 рубля, 12 предметов. Еще есть вот такой наборчик. Стоит 6290 рублей. Здесь 16 предметов. Ой, какой красивый салатник. Обалденный. 2640 рублей стоит. Это вообще такие мини-кофейные чашечки. Стоит 3584 рубля. Комплект вафельных полотенец. 2 штуки. Размер 35 на 60 сантиметров. Разные цвета есть на выбор. Вот такие пледики. Размер 2 на 2,20. По карте цена 1200, без карты 1461 рубль. И еще есть плед размер 180 на 2 метра. Цена по карте 1000, без карты 1246 рублей стоит. И еще есть вот такие пледики в разных цветах. 870 рублей по карте и без карты 1074 рубля. Подушка-сидушка для мебели, размер 40 на 40 сантиметров, есть два цвета на выбор. Есть наборы салфеток, здесь 3 штуки, 732 рубля. Здесь тоже набор из 3 штучек за 672 рубля. И набор из 2 штук за 511 рублей. Еще есть наборы салфеток, только в другом стиле. Большая ажурная фоторамка за 520 рублей. Кашпо декоративная лодка серебряная, вот его цена. Есть еще фоторамка поменьше за 359 рублей. Подсвечник за 1870 рублей. Вот такие большие стильные часы. Светильник настольный. Стоит 2833 рубля. Картина-постер со львом. Стоит 2783 рубля. Часы. Их цена 1148 рублей. Еще один настольный светильник. Тоже очень симпатичный. Его цена 3880 рублей. Шкатулка для украшений за 920 рублей в белом цвете. И еще одна ажурная фоторамка за 322 рубля. Статуэтка ангел за 839 рублей. Еще есть вот такая фоторамка за 872 рубля. Шкатулка для украшений за 818 рублей. Ваза за 652 рубля. Стеклянный шар жених и невеста стоит 1816 рублей. Фоторамка за 1101 рубль. Очень красивая шкатулка, но цены, к сожалению, на нее не было. И вот такая декорация со слоником стоит 2076 рублей. Есть вот такие подарочные наборы по 600 рублей. Здесь полотенце, мочалка, повязка на голову и гель для умывания. Еще хочу показать вам немного красоты. Вот такие красивые шкатулки для украшений и не только. Стеклянные шкатулки в виде яйца. Я уже вернулась домой, хочу показать, что купила в магазине Унитон. Взяла вот такой вот чайник заварочный объемом 730 мл. Он очень нежный, красивый. Материал керамика. Еще для приготовления взяла вот такие три формы для запекания, две упаковки.
И еще взяла виниловые хозяйственные перчатки размер М, здесь 10 штук. И для дня рождения взяла вот такой топпер с днем рождения. Прогулка по магазину Унидом подошла к концу. Всех благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, то ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. И всем пока!